Сегодня в наш обзор попала приставка Starwind CT240. Вот так она выглядит. При помощи этой приставки мы посмотрим, как работает функция Time Shift. Другими словами, это постановка телепередачи на паузу с возможностью просмотра через какое-то время. Для того, чтобы работала функция Time Shift, необходимо проверить, чтобы в меню эта функция была включена. В меню приставки надо ее включить. В некоторых приставках по умолчанию она выключена. Сейчас мы это проверяем. Функция Time Shift позволяет ставить телепередачи на паузу, однако работает только если в приставку воткнута флешка. На пультах дистанционного управления разных приставок кнопочка Time Shift, то есть пауза, обозначается по-разному. Надо смотреть инструкцию. Ну вот мы нажали паузу, телепередача записывается в память флешки. Чтобы потом продолжить просмотр, надо нажать воспроизведение. Если мы ставили на паузу, предположим, на 5 минут воспроизведение телевизионной программы, то на флешку все время записывается, все время считывается с нее приставкой именно информация об этих 5 минутах. При этом отставание от телевизора те же самые 5 минут. И будет это отставание до тех пор, пока мы не выключим функцию Time Shift. В целом приставка производит хорошее впечатление, у нее удобный пульт. Ну и, наверное, именно ее я попробую подключить к Wi-Fi, к YouTube и прочим Megago. На этом все. Подписывайтесь, лайкайте. С вами был канал Antenna.ru.